Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас ролик, посвященный гонкам. Со мной Андрюха, он же Дрестер. Андрюха, поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Короче, он сделал мне вызов, сказал то, что он на моем CI не сделает мою вертушку. Вызов дело на то, что если он выиграет, то я ему заказываю пиццу. Если я выиграю, он мне заказывает пиццу. Итак, Андрюха, короче, смотри. То есть вызов твой принимаю я. Пицца мне нужна, как раз выходные у меня. То есть, какой наш путь будет? Получается, давай оттуда до... докуда поедем? Ну, давай... Давай? До Казика, в МСК. Да, давай до Казика, наверное, в МСК. Так, по карте у нас получается где? Ну да, как раз тут такая дорога, более-менее игровая, чтобы я тебя сделал, как это, как ложка. А, микросметка стоит там. То есть, смотри, наша цель будет какова? То есть, кто первый приезжает и становится прям у входа. Либо я прилетаю, либо ты приезжаешь. Если ты прилетел, то не говоришь, что прилетел, типа. Ну, молчишь, понял, да? И также я. Понял. То есть, будет два этапа. Сначала ты на Сиане, наверное, да? Потом, так, на всякий случай, типа, я на Сиане. Потещу. Ну, ты пицца готовишь еще, смотри. У тебя адрес мой есть, в принципе, так что все. Посмотрим. Так, ну чё, давай, на счёт три получается. Давай. Раз. Два. Три. Почему пузырей? Нихера ты у меня лопастями по крыше ебанул, блядь. Ты чё, кабриолет пожалел? А чё, снимал бы у меня крыша, вообще офигенная была бы. Ну да. Так, ну тебя он едет 600, Яна. Но у меня чисто прямая. У тебя прямая только будет и в МСК. Ну, у тебя нет шансов, готов пиццу. Небольшая, да, раскат. Сейчас посмотрим. Ну а вы ставим, получается, на паузу и пишем, кто выиграет из нас. Домой, да. Ставьте лайки, дизлайки обязательно. Пишите комментарии. Делайте репосты. Вам не сложно, нам приятно. Кто угадает, там будет кусочек пиццы, который я выиграю сейчас. А я вот почека сейчас сделаю и пиццы похаваю. Сок тебе, Акаме? Три? Ну блин, кстати, ты не так сильно то. Ты можешь мне напрямую потом сделать. Надо ускориться, получается. Так. Блин, халявная пицца, нормально, чё? У меня, короче, навигатор сбился, блядь, я не знаю, куда он меня привел. Ты как всегда, короче. Но я уже в МСК, все. Пиздец, этот Яндекс навигатор, блядь. Пицца приехала моя. Шалил. Короче, я тебя, наверное, минуты и полторы ждал тебя еще, примерно. Ну, не полторы, наверное, минуты примерно ждал еще. То есть, так, примерно выходит. Ну, у меня есть, посмотреть, видишь, я летел прям по этой карте, смотри, вот видишь, у меня, ну, где справа вода, да, по прямой, да, поэтому я вырвал. А ты мог меня вырыть, вот когда заезжаешь уже с НСК, понял, по прямой. Ну да, я там шарашил нифигово так, 550 летел. Можно, знаешь, как попробовать, смотри, со ФСИ, ну, знаете, ФСИ находится же? ФСИ, ну да, ФСИ ты не знаешь, понял, короче. Вот со ФСИ, если ты будешь, там прямая, выходишь напрямую, да, он тут еще может тебя выиграть. Ну, на это будем заканчивать. Ставим лайки, дизлайки. Пиццу сегодня я выиграл, на халяву похаваем. Ну и пишем комментарии, если вы писали, получается, на паузе, кто выиграл. Андрюха, твои слова. Спасибо большое за просмотр. Обязательно пишем в комментариях, понравился вам, не понравились. Ну,
такие соревнования, грубо говоря. Предлагайте в комментариях что-то свое. Может, у вас будут какие-то креативные идеи, мы сделаем это. Ставим лайки, обязательно подписываемся на канал, делаем репосты. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.